Еще раз хочу напомнить, пользуясь случаем, для особо просвещенных в кавычках, которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений. Наверное, это естественный процесс после выбора, как в любом государстве. Основной костяк в правительстве особенно мы сформировали до выбора, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как-то принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов. Александр Владимирович Конюк, генеральный прокурор страны, работает 9 лет в этой должности. Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это все знаем, знает языки иностранные. У него есть желание поработать на дипломатической работе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения. Андрей Иванович, самый у нас, наверное, подготовленный человек к этой должности. Прошел многие ступени в правоохранительных органах. Думаю, что это будет правильное назначение должности генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек. Поэтому, Андрей Иванович, с сегодняшнего дня вы назначаетесь генеральным прокурором. Направьте документы на согласование в Верхнюю палату парламента. Пусть также рассмотрят. И я попрошу вас завтра утром в 10 часов собрать центральный аппарат Генеральной прокуратуры, пригласить областных прокуроров. И я лично приеду и представлю генерального прокурора, тем более, что есть о чем поговорить, пусть на коротке, с сотрудниками центрального аппарата. Многие, я вот так анализирую средства массовой информации, начали поговаривать, вы знаете, какие это средства массовой информации, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж, никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно, выросло новое поколение людей, специалистов, кстати, опытных людей. Не просто со стороны схватили, назначили, а человек, люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае вот в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке. Я, Андрей Иванович, хочу пожелать вам успехов в этой работе. Нет необходимости мне как-то вас наставлять в новые должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься. Ну, а завтра утром поговорим с вашими коллегами. Достойно Александра Владимировича проводим. Думаю, он нам принесет немало пользы.